Ну что, ребят, всем привет, с вами Никитос. Сегодня продолжаем играть на проекте под названием Extreme Bonus. Не забываем, те, кто играет с моей фамилией, получают хорошее количество коинсов на старте игры. Это очень прикольно, очень замечательно. И сегодня обновление, наконец-то вышло обновление на проекте. Добавили систему пилота, систему дальнобойщика добавили, короче. Ну прикольно так, в общем-то, очень, в принципе, интересно. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы все это посмотрим. Так что прожимаем лайк и обязательно подписываемся на канал. Полетели, короче, тогда сейчас быстренько. Во-первых, посмотрим слэш-руб. Интересно, что говорят, новенькое добавили. Вот, пожалуйста, много различных аксессуаров, очень много всего. Различные, короче, скины, не скины, много всего. Список очень огромный. Покупка аксессуаров, допустим, тут их тоже безумное количество. Просто очень много. Смотрите, там, вот, пожалуйста, вот новинка. Рюкзак-доставка, рюкзак школьный. Маска-чебурашка, маска. Вот какая-то маска-новинка. Давайте посмотрим, что за маска. Вот такая вот, пожалуйста, какие-то очки, короче. Я в душе не знаю, к чему это все применяется. Ну ладно, пускай давайте мы ее напялим на голову, посмотрим, как она выглядит. Не, ну в принципе, как бы, ну это, это маска девочки, короче. Женская маска. Вот так вот она одевается. Ну в принципе, смотрится она не так уж и плохо на самом деле. Как бы, знаешь, более-менее как-то можно и это. Есть чем поесть. Так, подожди, мне как-то надо ее попробовать наклонить. А, ну она не наклоняется, короче, она просто поняла, так как есть, вот так и есть. Типа, как хочешь, так и носи, но по-другому никак не возьмешь, все. Давайте, короче, вот так мы ее напялим. Все, в принципе, смотрится более-менее. С Тетхом уже, как бы, знаешь, уже оброс, так скажем, красивыми позитивными мыслями. Вот, в принципе, уже нормально. Так, ну что, пойдем посмотрим систему пилота. Заходим, пишем пилот. Пилот. Система работы пилота, короче, посмотрим, не знаю, вроде как это одна из таких самых оплачиваемых работ, в принципе, все, что есть, из чего есть, это очень кайфово, очень прикольно, где-то здесь должна быть, по-моему, где-то должен быть вход, вот, где-то вот здесь, вот он вход, пожалуйста, давайте мы сразу зайдем на вокзал, посмотрим, как все это дело будет работать, надеюсь, что все будет нормально, смотрите, здесь движущаяся система, вот это сделали системку, короче, двигается, короче, ящички, вот эти все чемоданчики, кайфово, это прикольно, это уже, знаешь, что-то интересное, как бы, уже что-то новое, совсем прикольное. Ой, только не говори, что ты сейчас будешь меня здесь трогать. Пожалуйста, не надо, я очень прошу, не надо. Все, нажимаем, собственно, устроиться на работу пилота. А для начала купите лицензию на вождение самолетом. Приобретаем, 50 миллионов стоит лицензия. Нажимаем устроиться на работу пилота. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фикскар 1. Все, собственно, мы можем, в принципе-то, летать. Все, полетели. Я не знаю, звук самолета, по-моему, у меня только у одного не слышно, что ли. Так. И чё? А, надо было назад, подожди. Надо было назад, короче, я не знаю, куда он сейчас поехал. Он поехал куда-то, непонятно. Надо, короче, если кто не знает, правую кнопку мыши зажимаете, можете, короче, вот, летать. А на Q, на букву Q и на букву E вы можете, короче, в принципе, управлять самим самолетом. Так, ну вот, там надо по-любому сюда. Вот, смотри, уже 6 лямов дали за то, что, короче, я просто приехал. За то, что мы ждем посадку пассажиров, уже 6 миллионов мне заплатили. 6, мать его, миллионов. Сразу, сходу, прикинь. То есть все, мы просто ожидаем своих, собственно, каких-то действий. Так. Идет посадка пассажиров. Так, посадка пассажиров. Все, поехали. Полетели, короче, полетели кататься. Все, смотри, отмечаются сразу метки у вас на карте. Вот первый кружочек у нас. Это метка, куда нам нужно ехать. Сразу, сходу, короче, вообще без проблем. Ну, давайте посмотрим, давайте покатаемся, посмотрим. И каждый раз, смотри, по 4 ляма. То есть это одно из самых таких, наверное, прикольных моментов. Вот смотри, сразу по 3 миллиона платится за то, что вы просто летите. 5,5 миллионов. Так, это надо... Ой-ой-ой-ой. Тут надо, короче, понял, уже управлять вот так. Уже нормально, адекватно, более-менее. Так, ну я... Вот, как бы 1 800 000 дали всего, смотри. То есть здесь рандомно выпадают бабки, смотри, 2,5 миллиона. То есть около уже 15 лямов вы зарабатываете просто за то, что вот летите по меткам. Это кайфово, то есть в любой момент, даже если у вас крашнет... 7 900, ё-моё. Даже в любой момент, если у вас крашнет, то... все будет нормально. Как на самолете в полете поворачивать? А вот это вот, да, это надо знать. Это надо как бы уметь. Не умеешь, не берись, как бы. Оно тебе не надо. Не, вот я серьезно говорю. Где метка-то? Вон. То есть, видите, вы просто летите по кружочкам, да, как бы, и все нормально возникает, в принципе. Почему бы и нет, почему бы и не полетать вот сейчас реально на самолете, да, не покружиться по району. Не, ну смотрится офигенно, конечно, музыка еще наложена, вот на задний фон вообще офигенно. Также, собственно, система радио работает, все потрясающе. Вот мы сейчас летим вот туда, я так понимаю, сейчас делаем кругаля и просто возвращаемся, наверное, в этот же город или не в этот же город. Но мы можем от первого лица еще полетать, смотри, можно от первого лица покататься, короче. Вот, ну звук самолета слышно, естественно, звук самолета маленько слышно. Вот тут, видишь, заплатили всего лям. То есть всего лям 100, как бы, ну что это за бабки, по идее, да? Ну, как бы, вообще, какие-то копейки. Вот, 6 миллионов дали за точку. То есть, смотри, бабки сразу, по-моему, они сразу начисляются, нет?
Давайте сейчас посмотрим. 998 миллионов у меня вот последние цифры. Я, конечно, в большой надежде, что так оно и есть, все сразу начисляются. Да, ребят, деньги начисляются сразу. 8 лямов сразу дали. То есть это просто, не знаю, золотая жила. Просто можете так бабки поднимать. Просто, я не знаю, нормально. Народу сейчас всего 9 человек играет, в принципе. Но как бы еще не вечер. Еще не вечер. Сейчас еще, как бы, под вечерочек-то люди, так скажем, школьного возраста позаходят. Уже будет по 20-ку, по 30-ку. Так что давайте, ребят, заходим играть. Все ссылки находятся в описании. Экстрим бонусы. Заходим, играем. Все будет офигенно. Также, кто планирует покупать донат, то X2 работает на сервере. Также X3 по выходным. Поэтому я думаю, что будет интересно. Будет реально интересно. Так, вот смотри, вот сейчас у нас интересный момент в плане нашего с вами полета, потому что сейчас мне приходится уже вот так вот маневрировать вот здесь. Потом... Что? Я не собрал кружочек? Я же собрал кружочек. Алло. Так нечестно. Я собрал этот кружок. Я все собираю, я не мог пропустить кружочек. Как я пропустил кружочек, я не понимаю. Не, ну вот видишь, тонкие маневры как бы заставляют тебя вот пропускать. 5400 сразу заплатили, то есть, как бы, ну, наши авиалинии славятся тем, что вы просто можете, короче, вот так вот просто делать, вот так вот, и вот так вот летать, на самом деле. Прям вот так перевертышем, и никто не поймет, что это вы, короче, вот. Вообще без проблем, просто вот так, смотри, потом вот так берешь, опачки. Вот. Надо маленько дать вправо сейчас и заходить на вираж. Все, метка собрана. Отлично, все, можно садиться, смотри, можем, все, шасси открываем, короче, главное сейчас, ребят, самое дебильное, самое я не люблю, это посадить самолет нормально. Так, нажимаем притормаживание, главное плавно его посадить, опа, красота, да, вообще просто красота. Все, подлетаем, ну слушай, полностью прошли мы с вами, так скажем, курс нормального, адекватного водителя самолета. Не, ну пилот классно отработано, сразу смотри, я около 30 лямов уже заработал, около 40 даже, просто за то, что я проехал. Все, идет высадка пассажиров, еще плюс 6200 упало. То есть, смотри, бабки просто поднимаются нормально. То есть, все адекватно, все четко, все красиво. Еще крылья можно вот сам... вверх-вниз делаешь, короче, в стороны, и у тебя еще и крылья маневрируются от мышки. Идет высадка пассажиров, пожалуйста. Все, то есть, просто ожидаем, пока люди все сойдут. Еще, знаешь, было бы прикольно сделали, если бы вот реально люди бы выходили, заходили в самолет. Все. То есть, смотри, вот вы нажимаете, выходите с самолета, короче, самолет пропадает, и вы, получается, я заработал около... Что-то, наверное, блядь, 50 лямов просто за то, что я вот с самолетом полетал. Ну, это реально, ну это же охрененно просто. Все. Это мы с вами посмотрели, в принципе. Почему у меня карта показывает, что я в воде? Где? Я где-то на каком-то затонувшем городе или что это? Что это за город вообще, кто знает? Какой-то город странный. Это я вообще где? Это Майами, что ли, или что? Это что за город такой? Ни хрена себе. А можно тут что-то приобрести? Это что? Это с этого, слышишь, город-то, понял? Скажу. О, я забыл. Как игра называется? GTA Vice City город, прикинь. Один в один, это он. Не, ну я, конечно, маленько шокирован этим моментом. Ну, пускай будет так, ладно, пускай будет так. Смотрите, это мы глянули сами. Давайте теперь отправимся на работу, собственно, кого правильно? Дальнобойщика. Дальнобойщик. Фуры, автосалон грузовиков. Нет, работы. Вот, по работе. Транспортная компания. Вот, транспортная компания номер один. Южный. Давайте сюда мы с вами телепортируемся. Я думаю, что стоит сейчас сразу проверить те моменты, как работает эта всякая транспортная компания. Машины уже вижу. Если есть машины, значит, нет проблем абсолютно устроиться сюда. Информация о трудоустройстве. Давайте попробуем посмотреть. Критерии для выступления в транспортную компанию. 4 уровень игровой, водительское удостоверение, опыт работы, репутация не имеет значения. У вас недостаточно уровень для трудоустройства. Понял, set states 1.1.100. Выдаем себе, короче, игровой левелочек, нажимаем далее. Требуется свой грузовик, обычно сотрудник, особых критерий нет. Все, рекомендуем вам ознакомиться с руководством о работе через J-меню. Хорошо, это я все сделаю. Это можно как-нибудь потом как бы порешать эти моменты. Все, смотрите, короче, садимся. Прошу прощения. Садимся, короче, вот. Вы действительно хотите начать свой рабочий день. В качестве залога с вас снимут 2 миллиона. Если вы не получите штраф, то деньги будут возвращены. Нажимаем, собственно, начать. Так, и что теперь? Так, вы начали свой... Наверное, скорее всего, джоб. По-моему, да? Джоб. Джобс. Ой, хопс. Джобс. Get job, по-моему, да? Get jobs. Нет. Я просто не помню, как. И что? И как? Алло. Подождите.
Подождите, пожалуйста. Одну секунду, сейчас я приду. Я сейчас приду. Подожди, что это такое? ТЦ Южный вход. Войти. А зачем? А как кататься? Как взять груз на фуре? Пожалуйста, ответьте только мне сразу. Я вас очень прошу, не стоит благодарности, конечно, я все очень... J-меню, подожди, а там написано J-меню. Список сотрудников уволится, информация о компании, руководство по работе, безлист. А, вот безлист. Безлист. Во, смотри. Автосалон низкий, оплата работы 25 рублей. Вот это бабки. Смотри, то есть вот, есть 34 миллиона. Что такое? Прицеп это надо вроде как вот сюда куда-то подъехать или туда. Я уже понял. Я уже посмотрел. Вы должны взять соответствующий прицеп из гаража компании. Не, ну слушай, реально как дальнобойщик, как прям как надо. Помести прицеп, вывести прицеп для груза. А что я взял? Я какой груз взял? Давайте для груза. Ву. Подъедьте с задней стороны. Слушай, кайфу. Я просто не знаю, что я взял. Какие-то материалы. Чик. Все. Вы прикрепили за собой прицеп для груза. Для работы используйте безлист. Безлист. Супермаркет. Давайте супермаркет выберем. Во. Принять. Продукт. Ой, красота. Слушай, все. Просто можно сейчас хасанить, короче, лететь, и все будет замечательно. Просто полетели, сейчас летим, получается, куда? Я так понимаю, сейчас мы летим за грузом. Воу-воу-воу-воу. Также смотрите, друзья, система нефтевышек. Нефтевышка работает. Бабки имеются, бабки качаются. Так это кайфово. Слушайте, это уже прикольно. Это мне уже нравится, то, что вот люди как бы заботятся, да, о том, как, блин, а как же мне вот бабок-то поиметь, да, вот нормально, как бы. Смотри, делают все красиво. Вот не надо за мной кататься, пожалуйста. Я буду сразу кикать того, кто будет за мной ездить. Пожалуйста, не стоит. Не надо за мной кататься. Там какой-то Мерседес за мной катается. Ешка купе. Не надо, пожалуйста. Оно того тебе не стоит, поверь мне, брат. Так, в принципе, ну пускай, в принципе, едет, доедет, пускай едет. Так, а что, аварийку-то можем показать? Можно аварийку показать? Аварийка вообще работает, нет? Я так понимаю, ничего не работает. Ну да ладно. Так, летим, короче, сейчас пока летим. Пока просто летим, посмотрим. Слушай, а сзади так смотрится охеренно, как он едет. Не, ну от первого лица это вообще пуля, конечно. Я могу еще назад посмотреть, как он там едет, блин, чувачок этот. Обогнал меня, ты офигел, что ли? Я тебе что, я не понял, лыс какой-то? Ну, я просто еще на первый еду, я как бы дурачок, я как бы скорость еще даже не переключил. Ну ладно, в принципе, пока... Подожди, а что у нас по карте? Нам ехать куда? В Арзамасе где-то ловить? Или где? А, вон где склады. Не, ну так нечестно. Сейчас я еще боком дам, подожди, вот здесь прям с прицепом прям. Нормально, нормально, дал баченским, короче, просто дал боком, нормально, красиво. Главное, если ты не умеешь водить, то оно тебе не надо, в принципе. Не, ну дал боком нормально, сейчас прям по красоте душевной. Можешь еще штрафы ловить, эта система штрафов работает, светофор тоже вроде как работает. Все, валим, валим от него, надо быстренько уезжать, чтобы он меня не заподозрил, он не нашел меня. Не надо за мной кататься, пожалуйста, не надо за мной ездить. Боком или боком. Смотри. Не, ну слушай, нормально, нормально, так прям отрабатывает подвесочка, как бы, у него как бы не все совсем хорошо, а нет, нормально. Короче, летим, пока просто посмотрим, куда нас приведет эта вся красота. Слушай, прицеп просто боком выдает нормально, я не знаю, от этого потом будет как-то учитываться, там, не знаю, разрушение груза или нет, но пока все нормально, пока мне все нравится, я как бы еду чисто по кайфу, как бы, стилю. На районе стели нормально. Так, подожди, а мне надо, знаешь, куда? Подожди. Это мне сейчас, я еду прямо проезжаю, потом направо ухожу. Воу. Не, ну это кайфово. Это прям, знаешь, это прям что-то новенькое. Давайте, наверное, я, знаешь, что сделаю? Я маленько сейчас повыше сяду и маленько вперед, чтобы прям реально было, вот, как будто я еду. Блин, как будто, вот смотрите, реально Евротрак-симулятор. Вот я вам отвечаю. Реально Евротрак-симулятор. Один в один, вот смотри, сзади как бы сиденье есть. Кстати, два. Два сиденья на минуточку. Так, а мне сюда, я так понимаю, да? Или нет? Ну, нет, я знаю, что сделаю. Я, наверное, просто проеду прямо. Тут аж два знака стоп, типа вообще стой, короче. Просто стой, даже не пробуй заходить. Я вас понял, не надо благодарности, спасибо огромное. Я вас понял, все, я все понял, да.
Вот, нам направо. Нам, короче, вот сюда сейчас надо, соответственно, нормально боком дать, в принципе. Ну, ага, вообще не дал боком. Просто прицеп, конечно, можно раскочегарить, вот так вот маленько развозить его, но толку от этого нет никакого. Пока, ну, он сейчас будет за мной кататься постоянно. Будет сейчас просто за мной ездить и одно и то же. Я вот не люблю, когда меня отвлекают вообще от работы. Не, ну, будем прям ПРП. Будем прям ПРП по всем закоулочкам, короче, все аккуратненько. Вот там налево сейчас, да? Вот, налево поворачиваем аккуратненько прицепчиком. Главное, ничего не зацепить. Красота, слушай, вообще просто пушка. Не, ну прицеп, знаешь, таскает просто резина как бы лысая, сам понимаешь, да? Как бы не то, что я лысый, а вот резина вообще лысая, прям лысая-лысая. Все, подкатываем, короче, на район. Все, вот так вот, короче, заруливаем сюда. Вот так, короче, все. И начинаем сдавать назад, короче. Все, просто сдаем. Так, что такое? И что? И что надо сделать? Алло. Помести транспорт на парковку, помести прицеп в гараж, вывести из гаража. Что? Что надо сделать, я не понимаю. Морды подъехать, типа? Вот так подъехать надо? А, во! Погрузку. Видеть количество товара, который хотите погрузить. Подожди, а можно еще разочек? Я пропустил, сколько надо. Во! Рекомендуют придерживаться 408, максимум 5300. Заполнено это. Ну, давай 5300-то и бухнем, наверное, да, я думаю. 5300 и хлопнем. Погрузка товара началась. Примерно время 29 секунд. Не покидайте свой транспорт. Все, короче, просто. Мне даже мышка не двигается. Все, мы просто ждем, пока транспорт, собственно, загрузится тем самым товаром, которым нужно. Не, ну это классно, ребята. Это реально офигенно, как бы. Я даже не буду ролик обрезать, знаешь, что-то делать. Я просто, мы сделаем так, как нужно. Мы просто все проверим колоссально. Потому что многие, знаешь, допустим, склеивают. Ага, там где-то что-то это, где-то что-то то. Но это не классно вообще. Вы сами понимаете, что это не кайфово. Надо, чтобы было все нормально, все адекватно. Поэтому ждем, просто ждем. Я не знаю, сколько это времени продержится. 29 секунд написано, примерно 29. Но мне пока мышка еще не дала жизни вообще никакой абсолютно. Поэтому я думаю, стоит как бы просто, знаешь, подождать. Выстоять эти моменты все. И как бы все будет нормально. Я надеюсь, я очень надеюсь и верю в это, что все будет нормально. Так, сколько, что еще? Все, нет? Алло. 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 Зависло. Примерно 29 секунд, уже минута прошла, алё. Можно, пожалуйста, побыстрее, нет? Я уже устал ждать. Я не буду обрезать ролик, подожди, мне просто интересно, сколько это продлит. Просто, знаешь, ради интереса. Что-то должно вообще написать мне потом, что типа вот, здравствуйте, здравия желаю, там... Опачки! Текущее состояние груза 5300. Все, вообще красота, смотри, просто. Просто соска, нереалка, просто вообще пульная. Все, можно. Можно пердолить, можно ехать, короче. А что мне показывать в другое место ехать? Подожди, куда? А мне обратно туда же, что ли? Не, Варзамас, смотри, прикинь. То есть все куда проще. Вообще без проблем сейчас долетим. Ну, я надеюсь, что мы без проблем долетим. Я так понимаю, сейчас. Не, прицеп также таскает, короче, похер на ему нагруз абсолютно. Я не хотел. Не падай, не падай, не вставай. Все, отлично. Не надо, как бы оно тебе не стоит, а, брат, оно тебе... Ну зачем ты падаешь? Для чего? Что хотел сделать вообще? Я... Алло. Во. Подожди, а как мы поедем? Смотри, вот мне показывают... Мы сейчас, короче, выезжаем на дорогу обратно, потом вот так по кольцу... Да, все, я все понял, я все сам знаю, не надо подсказывать. Все, отлично. Отличненько, отлично. Чуть не просрал, прикинь, район. Все, летим, короче. Просто летим, просто по красоте делаем, все, и все будет нормально. Я надеюсь, мы сейчас сделаем эту ешку сзади, как бы вообще, ну как нефиг. Я просто на первый шел и даже еще скорость не подрубал нормально. Как бы я боком могу дать, он нет, смотри, я просто могу вот так вот баченским дать, вот так вот, и все, и нормально будет. Видишь, да, как бы насколько я настроен вообще? Как бы я настроен уверенно, я настроен побеждать. Все нормально. Все, опять цепляем прицепчик наш, давай. Оп. Все, нет. Левочка. Отлично. Поехали. Я так и хотел, на самом деле. Вы что, думали, нет, что ли? Это я специально сделал. Все, ешка от меня отстанет, надеюсь, сейчас, да? Нет, не отстанет. Ну, кстати, вот сейчас, если он в конце меня подрежет, знаешь, что-то специально сделает, я убаню просто сразу, прям с двух ног просто, и все, и здравия желаю, все. Пацан просто минус, понимаешь, минус пацана в том, что все, ему будет очень больно и плохо потом. Смотри, он просто уезжает прямо, мы просто едем прямо, я такой, оба-на. Ну все, пацан улетел, короче, все, он понял, что он не прав, все, он меня даже не догонит больше. Ну, я надеюсь, по крайней мере.
Но он не должен догонять, это нечестно будет. Все, просто уходим в закат. Он сейчас такой будет ждать, прикинь, меня там, а я такой... Нет. Нет, братка, нет, ты зря ждешь. Ты очень зря ждешь. Как бы, ну, как бы зачем тебе это надо, да, по сути? Вот он ждал, ждал, ездил за мной. Сейчас смотри, оба-на. Ну, привет тебе, конечно, спасибо, что ты ходил. Ездил везде за мной, красавчик, конечно. Смотрите, пришла зарплата администратора 20 миллионов, текущий баланс 20 лям. По поводу, как бы, самих админок и лидерок, если идет набор, друзья, идет набор сейчас, хорошенький набор на проект, поэтому заходим, подаем, собственно, заявочки все, играем, все будет замечательно. Артем Плей здесь, кстати, находится. Артем Плей здесь, поэтому я думаю, что надо как бы сейчас это ему пиздюлей-то вставить, потому что он бабки так пацаны не отдал. Ладно, так, ладно, в принципе. Сейчас подождем, сейчас все сделаем нормально, все красиво. Так, полетели. Вот так вот летим, короче. Слушай, маленько осталось. Я просто ни разу еще, вот я ни в одном ролике до сих пор, как бы, знаешь, не делал так, что до конца доезжать. Короче, до конца никогда не доезжал. Никогда до конца не доезжал, ничего не проверял, а там уже маринетки видно, короче. Я вот так вот боком наваливаю просто. Ой, сейчас пиздюлей получу. Прям, я знаешь, я чувствую, прям много дюлей получу за то, что сейчас я так грустно, наверное, ушатал. Так вот, пожалуйста, вот какой-то ноунейм магазин, и мы прям к нему подъезжаем. Опачки. Все, разгрузка товара началась. Примерное время 29 секунд. Пфф, вообще нормально, как бы. Ну, вообще нормально, как бы, да. Так, Гото. Сколько? Гото 11. Гото 11. Такой игрока нет. В смысле? А, он еще не зашел, он пёс. Ну ладно, ну ладно. Подождем. Я не гордый, я подожду. Прям, знаешь, прям подожду как надо. Прям. Я прям подожду. Почему бы, в принципе, и нет. Че, все? Опа, смотри, 14 миллионов 800 тысяч. 14 миллионов 800 тысяч. Вообще подняли бабок. Я думаю, вот на этом даже, знаешь, можно спокойненько закончить. Текущее состояние груза 747. В смысле, а че? А че это? А вы... не надо мне ваши подачки вот этой грузом-то, не надо, вы мне бабка, как бы деньгами-то верните. Не, ну так не черт, почему? Ну ладно, пускай будет так. Ладно, короче, ребятки, будем заканчивать потихоньку. Спасибо всем, кто был, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Вы увидели, что здесь как бы все работает, все красиво. Прям вообще, прям, знаешь, смотрится обалденно все. Как бы если действительно работать, если пахать, бабок можно заработать нормально. Поэтому заходим играть, этот проект под названием Extreme Bonus. Мы проверили сегодня с вами две колоссальных работы. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.